Необходимо создать казахстанскую модель взаимодействия государства и религии. Такое вот заявление сегодня сделал министр по делам религии и гражданского общества Нурлан Ермекбаев. Обсуждая статью главы государства, он отметил, что подготовлен пакет законотворческих инициатив, среди них концепция госполитики в сфере религии до 2020 года. Документ направлен на укрепление иммунитета общества к религиозному консерватизму и экстремизму. На встрече было отмечено, что экспертное сообщество Казахстана оказывает огромную поддержку в этом вопросе. Так, в нашей стране насчитывается 306 теологических и информационных групп, работают более 3500 специалистов. Біздің модель ұлттық дәстүрлерге. Казахстанская модель взаимодействия и религии должна основываться на симбиозе национальных традиций и современной реальности. Также должны учитываться такие ценности, как доброта и человечность. Лишь создав новую модель в сфере религии, мы сможем обеспечить системное развитие законодательства в этом направлении.